Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить Silent Hill третью часть. Продолжаем, остановились мы с вами на метро. И будем идти дальше, что-то делать здесь. Ух, искать. Нас пару раз разрезало. Сбило поездом. Может, прыгать-то не надо вовсе. Может, сейчас надо. Вот мы здесь пройдем. Вот какой-то Hazel Street здесь написано. Выход. Дизель. Здесь что у нас такое? Ё, почему там за прямоту не спустились? Так, у нас же есть карта. Другая кнопка, не та. Вот это. Давай посмотрим карту. Кара-кара, жесть. Да, а что за красная хрень? Мы здесь еще не были, поэтому мы сюда, наверное, исходим. Это там, где нас раздавило, понятно? Красная метка. Там, где мы... Там, где она... Ты вот так крутишься. Вот газетка какая-то. А, нет, газетку мы читали. Вот эта кнопка, вот эта. Будет что-нибудь делать? Мы, по-моему, газетку-то читали. Если что, это же пролистываем все. Я читал это очень да, давно. Да, мы это читали. Это оккультный журнал. Мы, значит, мы здесь были. Значит, вниз. Хорошо, значит, мы и здесь тоже были. Идем тогда вниз. Че, туда можешь прямо пройти? Ё-го. Как здесь тихо вообще? Никого. Вот я, кстати, уже что-то вижу. Бутылочку с аптечкой и дробовичком. Замечательно. Отлично. И вот тупик. Так, ну больше нам ничего не остается, кроме как идти. Сохраниться, что ли? Надо здесь, не. Давай здесь же. Так, вот давай вот здесь. Эш. Все сохранено? Да. Все, мы снова в игре. Блин, они, что ли, топать? Снова. Сейчас я гляну еще разочек на карту. Там дырище. Так, вот там можно пройти по этим лестницам. Можно, значит, обойти, попробовать туда напротив сходить, посмотреть, что там. Если успеем перелезть. Если успеем. А то хмырь раздавит, будут висеть кишочки. Ух, а куда туда? Давай, оп. Залезай. Туда иди, попробуй. Хмырь сейчас поедет, почувствует, играет с видос. Ну давай лезь, кишки. Что ты никуда не лезешь-то, а? Что там за бетонная хрень? Если что, никто не видит. Давай, ну лезь ты, а? Может, я что-то не то нажимаю? Я думаю, надо перейти подземником ходом и туда. Пока никто не лезет. О, нет, ничего. Видимо, подземка как-то надо перелезть. Смотри, а может туннель вообще топать надо? Так, еще есть одна идея. Эх. Вот туда перелезть. Вот там, где, походу, кто-то ходит. Что-то. Нет, это тень. Думаю, она над столба, видишь. Куда? Сюда. Ой. Сразу заставку показывают. Значит, туда нельзя. Продолжим. Так, давай, продолжим. Ну что за кишочки-то, ё-моё. Ох, жутковатое место, вообще жутковатое. Там хмырь будет. Сразу едет, раздавит, как бы говорить. То есть сразу идет заставка. И ничего же с этим не делаю. Почему через бетон не перелезает? Чё ты, не можешь перелезть, что ли? Иди.
Туда нам нельзя, туда, может, вот эти хрени. Смотри, а это тупик получается, да, вот эти красные штучки? Это получается, что мы там ходили, они это стрелочки. Где же нас скинули-то? Вот где-то отсюда как раз. Да, давай идти, так все время нажимать. Я сейчас буду нажимать, куда-нибудь. Там нас... бетон один, но его можно же перелезть, что она не может перелезть? Я тоже не понимаю, почему он туда не идет. Сейчас опять хмырёк поедет и раздавит. Все, тупик, а? Может быть, тот туннель вообще топы. Туда нельзя, там кабдец. А там что за хрень? Туда наверх можно? Мы вот только что отсюда спустились. Так, ой, крик дал понять, что нам надо идти в тот туннель. Если можно. Ух ты, она даже здесь бегает. Камера ее не бегает так, как обычно. Может, туда действительно чпокну? Пошли туда. И туда, и не туда нельзя. Да ё-моё, что за хрень? Вот эту атмосферу-то раньше могли делать, да? Сейчас да. Такой в играх не делают. Сейчас это просто какой-то ужас, действительно. Такой вот. Ну что нам с тобой делать, скажи? Не вижу. Ну только туда, наверное, только. Все. Больше нету никуда. Прохода. Все, ну не идет никуда. Находше. Пойдем тогда, походим там по метро. Метро. Видимо, мы зашли, там какой-то чувачок нас типа толкнул. Да ладно, не ори ты в банку. Кто-то взял банку и орёт в банку, пугает. Может, здесь перелезть можно как-нибудь так? Перейдет оно? Тихо. Ну давай, иди. Можешь перелезть. Может, действительно надо как-то вот так перелезть. Помнишь, вот этот... труба. Вот этот, как его? Как же его звали? Который, блин, вот заходишь. Которым мы играли. Он, Джеймс, он мог перелезть вот так вот ходить, понимаешь? Третья смерть. Она все время воскресает. Как-то ползти она могла, понимаешь? Может быть, Q и E. Давай попробуем Q и E. Если подойдет она туда. Это она туда-сюда идет, что ли? Угу, а ползти как? Так, давай сходим еще раз. Я хочу сходить туда, может, что-то. Ни хрена, она на своей башне ничего не может понять. Не понять, а показать. Показала бы там что-нибудь. Эти газеты лежат, ну-ка, там лично. Нас кто-то сначала сбил, это была заставка какая-то, но сейчас этой заставки нет. Смотри, мы откуда пришли, оттуда? А там что? То же самое. Мы спустимся на эту же или на другую перейдем? Наверное, туда же спустимся. Да? Может, на другую, да? Хоть бы на другую, ты ё-моё. Туда же, что ли, непонятно? Оттуда да. Зашли, оттуда спустились. Нет, заставки у нас больше не показывают, понятно. Ну, вот там реально перелезть, просто пройти, блин, ногу поднять немножко и все. Да, что ваш разработчик сделал так, чтобы этого нельзя было делать. Ну, потупили немножко. Короче. Где мы тут? Еще были, не были. Сейчас надо посмотреть. Ага, вот еще какая-то лестница. Ну-то. 3, 4.
По ней мы еще не ходили. Пошли по ней. Может быть, вот в этом вся и загвоздка. Вот это что ли лестница? И вон там вниз есть. Вот мой. Лестница, вот это. Хмырь там сразу сбивает. Че он сбивает? Так чует, как... Мы туда сползнем, так он сразу чует и специально где-то за углом подсматриваем. Туда и туда можно. Ну-ка, а теперь где мы? Теперь мы где-то в другом месте находимся, на каких-то... Там мы везде были, значит здесь мы не были. Наверное. Давай, допустим, вот сюда сходим. Пошли. Посмотрим, что здесь. Вот здесь-то как раз мы и перешли, наверное, вот это. Да, все, мы перешли, мы здесь уже. Телефон, звонить вам. Фу. Ой, я нажала загрузить. Туда не загружай. Выйди. Учусь на джойстике. Управлять джойстиком учусь. Сейчас посмотрим, где мы отчутимся. Вот, теперь мы находимся с другой стороны этой платформы. Да. Даже я сейчас проверю по карте, чтобы все нормально было. А, так мы вообще с другой стороны. Да. Ё-моё, мы же напротив. Мы напротив? Понятно, все. А я думала, мы все-таки с той стороны. Нет, оказывается, нет. Ну ладно, все равно надо везде походить, везде все смотреть. Спрыгнем, кранты. Постреляем, спрыгнуть. Мы же здесь сохранились. Давай пролезай, ну можно же прыгнуть, ё-моё. Они едут только тогда, когда мы заходим за какую-то, за их предел. Там тупик, все понятно. Так, да без проблем, сейчас мы обойдем этот тупик. Хейзер Стрит. Сейчас обойдем Хобот. Хобот. Да просто иди и все. Это кнопка камеры управляет. Так, ничего не видно. Жди. Ох, я даже собаку видела. Замечательно. Все, мы там, где нам надо. Платформ 3. Вот это хреново. Че ты там обойди и все. Да кока, пульта много. 4-10 раз. Ну так все. Я забыла. Две кнопки. Вот так. Хмырь, иди сюда за бинтовый. Ну, трехчелесной. Ё-моё, там их две. Стрелять сможем. Ой. Давай. Ты что ты грызешь, что творил? Ай-яй-яй-яй, ногу отгрызают, ногу отгрызают. Смотри, какие они стрёмные, эти собаки. Да что ты прилип, ну страшновато, да. А иди пофигу, они вот так вот виляют все, пускай ходят. Какие-то собаки, мумии. Уже. Отойди от меня, не трогай меня. Шёл он, щенок. А что вы здесь бегаете? Куда идти? Может, ну сюда, может, у нас ключ есть. Вот сюда попробуем. Одна внизу там бегает, хорошо, что она... Тихо, вот сюда. Закрыто. Облом. О, летает, что делает, смотри. А, еще одна прилетела. Замечательно. Что, нам не сюда, что ли, ты закрыто, говоришь? Закрыто. Патрон нету, а ты говоришь, куча. Нету? Всё, а ключ есть? Ключа тоже нету, видимо. Да что ты там присосался? Иди оттуда своей фиговой челюстью. Тебе надо бурить этот... Метро строить. Так, тихо, не трогать. Так ты бегай. Скоро нас съедят. Аптечку сделай, примени. Ух ты, жесть. Да, наверху мы еще не были. Сайгак. Куда побежал он наверх? Шел вон.
Фу-фу-фу, хорошо, что ты такой косой, у тебя глаз нет. Все, музыка, прекратись, какой-то хмыс стучал по какой-то железке. Хорошо, что они за нами не побежали. Вот и сидите там, Мария своя. Так, еще посмотрим еще. У нас статус покраснели, да? И что-то там хрень какая-то, ё-моё. Как нам домой? Да, еще бы сходить туда, наверное. Как нам домой-то добраться? Ну давай сюда сходим. Давай-ка. Покажи нам путь, пистолет. Вон еще ходов куча. Там мы так, были, вот там... еще лесенка какая-то, мы на ней тоже не были. Тоже туда надо бы сходить. Вот сюда, например. Блин, а здесь какие-то ходов куча. Побежали, побежали. Кто? Кто издает эти ужасные звуки? Ужасные звуки. Смотри, что здесь делать. Там мы были. Вот лестница одна, не были, да? Сейчас я вот по этим комнатам пройдусь, может быть, мы ключ найдем, кстати. Потому что когда ты тогда бегал, ты как-то вот пробежал всю. Я, конечно, в этом плане буду все искать. Туда рычит, сволочи. Ну, пускай рычит. Патрончики, смотри. Замок сломан. Так, вот, товарищ разработчик, патрончики положи. Все. Сортирная. Давайте нам ключи. Все, а нет, еще что-то рычит. А мы там были, да, мы здесь были. Да, мы здесь были. Так что здесь прошерудили все. Ну, ты, кстати, где-то там не был еще. Допустим, вот в эту дверь ты не заходил. Она осталась непомеченной. И там тоже какие-то двери остались непомечены. Может, что-то пропустили. Здесь, кстати, никто не рычал до этого. А теперь рычит. Все метро профуфыриженчили. Что у нас за хрень? Так, что там у нас? Еще одна какая-то дверь. Еще сейчас в нее сходим. Тикет. Билеты. Здесь мы где-то. А нет, не здесь. Здесь мы были, да, газетку читали, помню. Так, даже не знаю, куда идти-то. О, можно было бы... Нам, то есть, надо все равно как-то выбраться. Вон там еще какие-то две лестницы. Хейзел Стрит, на Хейзел Стрит. Еще куда-то. Что такое-то? Пошли на Хейзель. Визель. Замок сломан. Вот пусть это будет все отмечено. Что сломано? Ни хренушеньки. Сломан замок. Вот какие метро у них. Может быть, так это сделали. У них в Silent Hill'е. Вон, у нас ключ есть, ё-моё. Как нам тогда туда к собакам перебраться? Нет, я могу, конечно, сейчас пойти на лесенку попробовать сходить, но я не знаю, надо ли нам туда вообще.
Давай схожу. Они меня там едят, понимаешь? Не знаю, что с ними делать. Аптечку применить и патроны есть еще. Может быть, ключ использовать хреново. Да не крути ты эту кнопку-то. Не нажимай. Она не бежит так все равно. Это управление камеры. Зачем мне так сделали? Фиг, вот менять надо. Надо поменять на кнопки, что-то все. Так, опять в газете спустилась, нам не туда. Бегаем, бегаем. Тут находилась уже. Куда нам сейчас? Приштопориться. Блин, что у нас за ключ-то есть? Надо было инвентарь пошарудить, может. Ну, это непонятно, подойдет ли этот ключ вообще. Ну, пойдем сюда, сходим. Там псов много, если что, будем бегать. Все, собаки. Убежали, ключ берешь, если что. Иди отсюда, гад. Все, стоп. Так, с одной покончено. Давай, беги. Я жму кнопку, мы бегим. Так. Хочешь кокой? Ни хрена себе, бабуин. Ну что, давай быстрее. Тихо, не стреляй. Где она, тварь? Стоп. Поближе подпусти ее. Бегай, давай, стреляй. Вот там тупик. Пойдем, короче, теперь я пошла. Все, шкура, откинься. Да, потряси головой своей. Ну-ка, она подохла? Чпокни ее ногой. Как ее ногой? Вот этой же кнопкой. О! Ох ты, нифига себе! Шкура, что ты встала-то? Она так просто не сдастся. Двухбашковая фигня. Не знаю, если ключ применить, так у нас, может, и ключа-то сюда и не надо. Может, он сюда и не подойдет вообще, да? Да уж. Может быть такое. Так, давай это снаряжение используем. Давай. Например, воду. Все. Или желтый еще раз используем. Да, все. Чуть-чуть пожелтели их у вас. Давай. Так, теперь предметы. Да, ключ от дома моей квартиры, он навряд ли мне подойдет. Понятно, все. Это не тот ключ. Ну, ни хрена. Тогда здесь мы и закончим, все. Сохранимся или лять утю. Ну, в общем, вот так вот мы прошарили все, вроде просмотрели, не знаю, может где-то что-то еще упустили. Все, закончено. Да, также вот подписывайтесь здесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки, всем удачи, пока. Пока.